Всем приветик! Сегодня 4 апреля, моей свекрови память. В 12 часов мы поедем ее помянуть. Вот, так как сейчас идет пост, я решила приготовить блины двух видов, постные и непостные. Потому что кто-то постится, кто-то сахара, 200 грамм, наверное, стакан муки и треть соли. Что еще сюда пойдет? Разрыхлитель, 2 чайные ложки. У меня такой рецепт, я давно по этому рецепту блинчики выпекаю. Ванилин пакетик. Так, ну сухие ингредиенты все здесь уже заложены. Дальше берем масло растительное. 2 столовые ложечки. И отдельно здесь я подогрела. Здесь 2 таких же стакана молока, как я брала вот стакан муки. Сейчас будем замешивать потихонечку. Разрыхлитель делает свое дело. Замесим так, чтобы не было комочков. Два яйца. Комочки все разбились. 1 стакан муки, 2 стакана молока. Одни блинчики вот сейчас замесила. Будем выпекать. Саша у меня сейчас побежал за минералкой. Потому что посмотрела. Постные блины никогда не выпекала. Поискала рецепт на YouTube. И везде присутствует минералка. Поэтому побежал он за минералкой. Сейчас будем замешивать. И потом я вам скажу свои мнения. Такие блинчики получаются, это которые не постные. Будем наблюдать за постными. Сразу говорю, буду делать первый раз. Начинаем постные блины приготавливать. Муку я просеяла. Мука у меня Макфа. Я обычно первый раз пеку вот такая вот. Для воздушной выпечки. Но свои блины затеяла. Получилось так, что с Макфой все время я делала блины. А в этот раз я даже добавляла еще чуть-чуть молочка, потому что мука муки рознь. Так, Иваныч у меня вот такую минералку принес, Аква. 500 миллилитров наливаю. Закрывай, Саша. Вот здесь у меня 500 миллилитров. Здесь просеяла я муку, столовая ложка сахара. Треть чайной ложки соли. Так, сюда мы, значит, добавим 4 столовые ложки растительного масла. Пакетик ванилина. И будем минералочкой замешивать. Ух ты! Ух ты! Реакция какая! На что, только не знаю, на муку, что ли? Я думала, тут разрыхлитель нужен, не нужно, оказывается. Ну, будем смотреть, что у нас получится. Смотри, что. Реакция какая, видишь? Сейчас размешаем без комочков, чтобы было
Ну что, выпекаю первый блин. Посмотрите, вот из того, что я вам показывала, какая консистенция. Мне кажется, как густоватая. Мне кажется, я немножечко еще минералочки долью. Ну, пока буду смотреть. Видите, так-то вот как бы поднялось. Сейчас посмотрим. Чайник у меня на заднем плане, извиняюсь. Так, что там у нас как? Да. Буду пробовать. Чуть не клёклые будут. Это что-то как-то вид. Вид какой-то. Сейчас перевернем, попробуем. Так-то отлетает, но это все зависит еще от сковороды. Девочки, я смотрю, там пишут в комментариях, что от сковороды не отлетает. Но это все от сковородочки зависит. Если хорошая сковорода, то я не знаю, все отлетит, наверное. Ну что, девчонки, блин, так себе, не презентабельный, конечно. Сейчас попробуем. Пока горячий, ничего. Не знаю, что с ним будет потом. Тесто есть тесто. Ну что мне сказать про блины, девочки? Саша поторопился, забрал у меня блинчики, но я вам показала, как выглядит. Постные блины, они, во-первых, и выпекаются дольше, и вид у них не более презентабельный. По вкусу мягкие они получаются, не железные, такие вот никак там. И все отлипалось от сковороды, все нормально. Но не сравнить, конечно, с молочными, с яичными блинчиками сдобными. Буду ли я еще выпекать? Наверное, нет. Вот нужда припала, вот попробовали. Кто постится, пусть кушает. А так, без, еще и без масла, без сливочного, ну нет, девчонки, блины, они должны быть вкусные. Прям вот, ну, это мое личное мнение, девочки. Конечно, у каждого своя точка зрения. Поэтому вот по моему вкусу я люблю блины, чтобы они были блинами. А уж когда вот нужда такая, то можно испечь и постные. Вот, то, что я хотела вам сказать. Вот сегодня у нас 4 апреля. Вот более-менее стало все таять. Вот такие вот у нас, видите, тут бульдозер. Нам тут горы наделал. Сошкрябал тут все. Вот немножко проталинка там появилась на нашей хоккейной коробке. Все, лед тает. Так, температура какая, я вам сейчас скажу. Плюс 8. Резко, резко. Только вот недавно было минус 15, и уже все сразу потепление резкое. Наверное, будет паводок хороший у нас. На дачу, наверное, не проедем опять долгое время. Ну, вот это все, что я вам хотела сказать. Буду сейчас собираться к свекрови. К свекру поминать свекровь. Так будет правильнее. Всем пока-пока.